И снова трем, мы продолжаем. Так, в интернет я не лазил, куда идти не смотрел, так что просто топаем. Топаем? Чё? Здрасте, ребята. Так что просто идем, куда получается. Уйди. Тебя это тоже касается. Так. Ух ты, босс. Какой-то. Я не буду говорить, что посмотрю, как этого звали босса во время расставления этих таймингов, потому что, например, в прошлый раз мне не получилось одного босса увидеть, я слишком быстро его угробил. И даже во время выставления таймингов я не смог разглядеть, кто это был. Так что не, ребят. Не разглядели, ну и фиксим. Тудысь ему. Ну, как говорится, туды его в качелю. Так, вкусняшка, ну да, в таком городе только со стола и жрать. Давай. Ага. Так, и здесь у нас тупик, что меня в целом радует. Потому что... Ребята, я не выдержу столько ударов. В конце концов. Че, охренели, что ли? Ломанулись, блин. Всей толпой. Давай, исчезай. Есть там кто еще? Вот эта граната дает достаточно хороший эффект, останавливающий. Но, во-первых, попасть еще надо. Это не всегда получается. Победили, что ли? Вроде да. Так, хлам. Мощный опять том. Опа. Так, ну чё, давайте. Давайте. Желтая тут? Нет, показалось. Так. Сейчас немножко попробуем все-таки посадить. Так, стоп, пособирать. А что захват контроля? Можно увидеть? Так, ну давайте вот штаны выкинем. Что захватка контроля? А, перчатки. Навык атаки. Плюс 3%. Скорость колдовства. Ну такое себе, да? Ну ладно, что-то взял, что-то не взял, то ладно. Ну как бы да, ожидаемо. То есть рано или поздно, неудивительно как бы. Как пламя Валбери. Ух ты, здрасте. Ой, я сюда рано пришел, да? Блин, серьезно? Ай-яй-яй, нет! Нет, не смей! Ух ты, собака! Нет, дурак! Да не стой ты, ядрить твою в корень! Как это бесит, а! Встает! Пусти! Блин, еще то, что здесь завал этими шмотками, ты не видишь ни хрена, блин! Ай, блин, помираю, сукины дети. Где лечилка? Откинься уже! Ай, выбраться не могу. Чё за пламя Валбери? Блин, ядрёна кочерышка. Нет! Да ну, блин! Ты дерьма, ты кусок, а всё-таки сгорело. Ах, ёшкин кот. Как обидно. Все-таки сгорел. Блин, ну какого хрена? Главное, появляются. Нет, самое бесючее в этой ситуации, это то, что... Что это такое? Одноручная булава? Не, в топку. Самое бесючее в этой ситуации, то, что, во-первых, из-за... Ах, где эта хрень?
Что я отсюда продал? А, вот. То, что ты, во-первых, из-за шмоток, валяющихся по полу, блин, зачастую не можешь... Но он начинает это, типа, инвентарь из фул, инвентарь из фул. Да. Дерьма кусок, а. Ладно, ничего страшного, еще раз зайдем. Угу. Так, стоп. О, скелетный ключ, скелетный ключ. Где он делается-то, хоть кто-нибудь помнит? Нет, помню здесь все-таки. Черт его знает, не помню уже. Возьмем пар... Ой, парочку. Блин, ну вы серьезно? Нет, конечно, можно... Нет, главное, мало того, что на закрытой территории... Слушайте, ну это восторг и просто вот... Да вы чё, серьезно? Я еще вернуться сюда не могу. Только после перезахода, а после перезахода это мне надо будет по новой все. Твою налево, а. Че, попозже тогда вернуться на пару уровней? Давайте тогда вернемся в следующий раз. Не, ну это не вариант, вы че. Это слишком круто. Пошли отсюда. Нет, нет, нафиг. Тогда давайте сейчас немножко по этим прогуляемся. По этим. По... А это здесь откуда... По заданиям. Так, здесь что-то есть? Ага, ты что скажешь? Так, нет, стоп, подождите-ка. По заданиям. Во-первых, Кимон. Да, Кимон, Кимон, где ты? Бастион судьбы. Ладно, давайте тогда подкачаемся, еще пару уровней возьмем, потому что, ну, сами видели. А два удара я ложусь, этот эфир, это что-то издевка какая-то, блин, лютейшая. Я там вообще стоит, там как бы не отступить некуда, не уйти, блин. Ну это да, это просто действительно издевательство, по сути. Сейчас, смотри, закрытая локация. Ха-ха-ха, развлекайся. Так, ничего тут. Ты верная последовательница Ипериона, твоя ревностная преданность нашему общему делу достойна восхищения. Даже сам отец Кимон выделяет тебя из остальных избранных. Империон хочет, чтобы ты выполнил это лично. Ну, что тебе надо? Буду с тобой откровенен, бремя, которое я собираюсь на тебя возложить, нелегко. Доверить его можно только тебе. Далеко на севере, в Астарканских горах, за темной долиной, есть склеп, в котором сокрыта мощная реликвия, известная как Глаз Корва, Крвака. Империон указал там местоположение отцу Кимону перед самым его уходом. Говорит, что глаз подобен линзе для человеческих душ. Используя его, я смогу отделить истинно верующих от лжецов. Глаз сокрыт от рук смертных за фальшивой стеной, ищи факел, потерявший свое пламя. Раздобудь глаз для меня, а я позволю тебе войти в кабинет отца Кимона, и ты сможешь постичь все открытия им знания. Может, открытые? Секрет Кимона. Глаз Крвака. Стоп. Айн момент. Подождите-ка. Сейчас. Уф. Так, отец в Астаркарнской долине к северу от темной долины. В Астаркарнской долине к северу от темной долины. Астаркарнская долина. К северу. Врата темной долины. Есть склеп. Мавзолей Архонта. Подождите. По-моему, у меня что-то... Стоп. Так. Бе-бе-бе-бу-бу-бу. Я вас всех имел в виду. Стоп. Подождите-ка. Как она еще раз... Глаз Крвака. Нет, это глаз Мантикоры. Что-то я хотел, кстати, да, посмотреть.
Глаз Карвака. Так, кузнец. Динамит, осколок, скелетный ключ. Подождите, это знак мастерства, это не то. Глаз... А, это глаз владыки, это не то. Это глаз владыки. Ага. Вот с чем я перепутал. Так, ну ладно, давайте. Значит, Астерканская долина. Есть какой-то склеп. Ищите факел. Так. Еще раз. Бла-бла-бла-бла-бла. Глаз скрыт. Темной долины. Есть гробница, в которой находится мощная реликвия, известная как глаз Карваака. На севере. Отстань. Движись. Не, подождите, еще раз. В Астерканской долине к северу от темной долины. Ну, что застрял-то? А, кстати, вот сейчас вдруг дошло. А вот там-то я и мог эту зеленую штуку выдуть, которая 70% урона снижает. Не сказ... Ты что, издеваешься, что ли, блин? Стреляю, стреляю, все мимо. В Астеркарнской долине. Ну вот здесь вот... Отстань. Так. Карвак, Карвак. Что-то знакомое с этим Карваком. Не могу вспомнить. По-моему, у нас по заказу какой-то Карвак был или нет. Сейчас, давайте-то пройдем. Кыш. Тогда да, в тот скелетный ключ вернемся спустя два уровня, я думаю. Да. Так. Ага, вот такие монеты развлекаются. У нас все еще Астерканская... Но это уже Форт Икон, подождите. В Астеркарнской долине. Забытый дикий тотем. Это там у нас этот... Мавзолей Архонта... Бартолема. Вот здесь вот что-то нарисовано. Может, реально туда куда-то? Ну, давайте попробуем. Так, еще раз, бляхмух. Так, отец Кимон в Астеркарнской долине. К северу от темной долины. Астеркарнская долина. Вот Астеркарнская долина. К северу от темной долины. Дорога. А где у нас темная долина-то, я что-то понять не могу. К северу от темной долины. Тут деревня тем. Ну это типа, ну имеется в виду выше. Интересное кино. Может ли быть так, что доступ в эту локацию открылся уже после того, как мне об этом сказали? О. Да ну нет, бред какой-то. Смотрите, здесь мы как бы были, да? Как бы были. Здесь мы были. Здесь мы гуляли. Спасибо. Так. Вот там, как видите, прорисовано вроде бы что-то. Но я не уверен. Оп! Поздрасте. Здесь? Нет, это что-то вообще непонятно. Нет, это просто скрытый путь осквернения.
Минуточку. Так, пусть вид, открывшийся и мог тебя смутить, искатель, но так и должно быть. Невежественные последователи Магдрагена нашли сюда дорогу. Вошли они в те земли, что были нашим по праву, подвергли осквернению святыню и стали представлять угрозу нашим тайнам. Возмездие же было стремительным и справедливым, и внутренностями их услана была долина, а останки богатым пиром стали горным йети. Не страшись, искатель скрытого пути, ступай вперед без опаски и вернись на Астраканскую дорогу. На юго-восток свой путь держи. Подвалом легиона крепостным тебе ждет камень с меткой. Подвалом. Ой, окламана. Не страшись, искатель скрытого пути. Ступай вперед без опаски. Вернись на Астраканскую дорогу. На юго-восток свой путь держи. Подвалом легиона крепостным тебе ждет камень с меткой. Коль послан было действительно тремятый путь, Бесмиэль откроется тебе. Так я ж вроде там был. Подождите. Так. Здесь вот больше ничего нет. Это я точно штуку не находил. Вернись. Или это мне вот это сейчас надо было найти? Пока ни хрена не понятно, честно говоря. Сейчас мы здесь прогуляемся, все осмотрим, потому что... Но здесь просто перегорожен, тут ничего не сделаешь. Эти ребята своим тараном, я говорю, просто половину хп, блин, сносит за раз. Красота, я говорю. Отлично придумали противников, просто великолепно. Так. Ну это... вот склеп Карвака. Ну потом надо будет с этой дорогой разобраться. Я же здесь был, по-моему, подождите. Был я в этом склепе. Точно был. Какой-то факел надо дернуть. Да, был я здесь. Вон все обхожено, облутано. Я что-то здесь пропустил. Нет, ну вы издеваетесь, а серьезно, блин? Какой-то факел. Какой-то факел. Какой факел, черт его знает. Ну какой-то факел. Ну, скорее всего, там на финале. Давайте дойдем до туда. Ой, ой, обрадовались-то. Расстрелялись во все стороны, блин. Куски дерьма, ё-моё. Кристаллов своих навызывали. Так. Странно. Я, по-моему, в прошлый раз, когда здесь ходил, я помню, мне смутили эти... Ребят, ну отвяжитесь, а. Меня смутила вот эта часть. Ну, видимо, там можно было пройти, но я вроде везде там потыкался. Ничего не нашел. Сейчас мне говорят, нет, чувак. Да-да-да. Это очень страшно. Да. Беда. Сверкающее что-то там. Кто-нибудь разглядел, что там такое сверкало? А, избранные кимоны меня любят. Отлично. Тебе называется «Попробуй, все собери». Радужный алмаз. Ха. Красиво, наверное. Ёлки-палки. И я сейчас не про ту радугу, а про нормальную. На всякий пожарный уточняю, а то есть сейчас умники всякие. Всякие умники, понимаешь. Так.
Самый культистский кодекс крови. Прям самый. Да ладно. Да ты гонишь. Текс. Как же вас тут много, а? Ребят, мне только спросить. Дайте пройти, а заколебали, блин. Тормозить уже. Движитесь. Так. Я только спросить. И вот мы, собственно, добрались до некой точки. Ну как до некой точки? Вопрос еще. Туда ли я иду? Куда надо? Может, мне вообще не в эту сторону надо было? Может, имеется в виду какой-то другой факел? Нет, ну на карте там четко отмечены какие-то точки. Да, конечно, еще на полу целая куча дерьма остается, чтобы вот подождать, пока оно исчезнет. Да-да-да, самое то. Так. Вот. Вот эти проходы. Я говорю, в прошлый раз я на них тоже внимание обратил. И, по-моему, я потыкался на карте. И, по-моему, ничего не нашел. Мне так кажется. Исчезай уже. Сколько можно удерживаться? Так. Вопрос. Не попал. Ну, точнее. Не то, чтобы совсем не попал. Так. И вот мы здесь. Трупешники валяются. Какой-то тайничок. Тут какие-то затыки. А вот и факел. Шатающийся. Ну. И чё? Я как бы на него навелся. Дальше чё? Это дверь склепа. Это всего лишь дверь склепа, не совсем понятно. То это, не то. По-моему, это выход. Вот эта дверь склепа. Давайте-ка проверим на всякий пожарный. Ну-ка. По-моему, это все-таки выход. Да, это гребаный выход, это не то. Так, подождите, ну мы нашли какой-то шатающийся... Ребят, ну я ж вроде вас убивал. Откуда вы здесь опять взялись? Я черт бы вас побрал, блин. Ну хотя вообще-то бежал, конечно. Да, было такое. Я бегом пробегал ряд моментов. Было такое? Было. Отстань. В прошлый раз. Ладно, допустим, мы нашли какой-то шатающийся факел. Но я не могу на него навестись. Не могу, не могу отвалить. Я не могу на него навестись. И, спрашивается, отстань. И, как говорится, и чего? А если я не могу на него навестись, то что, все, привет? Большой, толстый? Скажем так, вариантов несколько. Либо тут несколько факелов по всей территории, их надо прожать по очереди, например. Но тогда это, простите меня, полнейшая жопа. Мягко говоря, потому что сейчас их выискивать. Мне проще будет в интернет залезть и посмотреть, где там что находится. Ну, потому что, ребят, извините, нет. Ну, как бы, ну нет. Вот, шатающийся факел.
И чё? Чё надо-то? Вообще никак не реагирует. А, вот. Ну, зашибись. Вот я не... Понимаете, по-моему, я здесь вот во все тыкался, когда в прошлый раз проходил там. Мне почему-то кажется... Мне почему-то кажется, что я искал... Ну, не то, что... Не сам факел, просто искал хоть что-то. Как бы... На что можно было навестись, кстати. Забыл совсем. Вот. По-моему, да. И почему-то мне кажется, что этого факела не было. Почему-то мне кажется, что не было нифига этого факела. Иначе бы я на него наткнулся, так или иначе. Ну, или я его прозевал. А может, кстати, слушайте-ка, а может быть я его и нашел, точно так же на него потыкал, никакой реакции не было, и я ушел. Возможно такое? Ну, в целом, может быть. Хотя, конечно, тоже вопрос. Как я уже говорил, не исключая варианта, что этот факел появляется после того, как ты берешь задание. То есть, как бы, сначала ты должен взять задание, а уже потом этот факел активируется. Правда, другое дело, что... Хрен его знает. Видите, это задание, ведь оно тоже появляется не сразу. То есть ты должен получить определенный, как бы, определенное, так сказать, уважение у этих кимонет. Соответственно, вполне может быть, что действительно задание такое. Как бы пока уважение не получишь, никуда не сдвинешься. Черт его знает, черт его знает. Ну ладно, главное, что нашли. Главное, что нашли, главное, что разобрались. Это радует. Конечно, этот скелетный ключ жалко, что пипец. Ну. Ну, зато мы теперь примерно знаем, чего там ожидать. Ого! Хренась тут накидали. Олицетворение хаоса. Глаз Корвака. Глаз. Как там? Глаз Бога. А где все остальное? Хороший, говорит, вопрос, мы не знаем. Ладно, хоть тут телепорты работают. Сим-сим, откройся. Вот что, серьезно, а? И вот это все? Давайте смотреть, что тут. Радужный алмаз, бла-бла-бла, для шлема. А, это редкий компонент. 4 здоровья. Что у меня сейчас тут стоит? 10 здоровья в секунду, броня, яд, кислота. Тут 4% здоровья, энергия заклинаний. Даровное умение, радужная ярость. Истинная сила алмаза раскрывается в самые темные времена, дарует доступ к небывалым силам космоса. При падении здоровья ниже 50%, 60 секунд перезарядка умения, 8 секунд длительность, 130 урона поглощается, общий урон изменяется на 10%. Ого! Кстати, слушайте-ка, а может я это сейчас и возьму? Ну, это булава. Ну, прикольно. Так, олицетворение хаоса. Так, здесь что? Фу. Высохший глаз полон магической энергии, вы не можете ничего поделать с чувством, будто он смотрит на вас. Она на меня смотрит. Так, ладно. Ну, смотрит и смотрит, что такое. Откуда здесь желтый пистолет? Вы что, с ума сошли? Зачем мне желтый пистолет? Так, давайте вот сюда его засунем. Так, и, собственно... Хаос. Так, что у нас тут? Это эпическое что? Амулет. То есть, вот ты. Нет, это талисман. Амулет это здесь, правильно? Правильно. Давайте сравнивать. Значит, урон хаос, урон огнем. Ага, огня уже больше. Хаос горение, хорошо. Конверсия физурона в урон хаосом. Хм. 4 к скорости атаки. Круто. Опять скорости колоса тоже неплохо. Проникающий урон спительный хаосу. Мучительное пламя. Это что у нас такое? Это вот ты, по-моему. Нет. Не ты. Ты? Нет. Мучительное пламя. Ху из мучительное пламя. Не помню. Ты? Нет. И не ты. Нет ты. Нет ты. Огненный удар. Статический. Хм. Может, вот этот? Нет. Хе-хе. Какое-то мучительное пламя. А чё за мучительное пламя? Черт его знает.
Интересная штука, кстати, может быть, надо будет изучить. Так, какое-то мучительное пламя. Что за мучительное пламя, непонятно. Так, ладно. Бу-бу-бу-бу-бу. Ага, дарованное умение, энтропийное присутствие. Одно лишь ваше присутствие ослабляет врагов, разрушая их реальность. А, для поддержания 4 метра радиус. Ого! Слушайте-ка, я его возьму сейчас. Минутку. Сейчас проверим. 43390. Ага. Сейчас. Значит, сюда нужно впилить линзы знаний. Редкий компонент, да? Это у нас. Вот она, по-моему. А точно линза знаний? Да, блин, фиг его знает на самом-то деле. Блин, как тебя убрать, забыл уже. Так, сейчас. Сейчас. Ну-ка, подвинься. Так, вот ты у нас туда подходишь. Это точно не вариант. Вот ты, да? Тоже не вариант. Ты плюс 5 общей скорости. Ну, такое. Еще ты. 3 энергии в секунду. Нет. Еще вот ты. Эфир нет. Так, ты стихийный, но нет, тоже не то. Что еще? Ты нет. А, вот это тоже не вариант. И ты. Надо с разложением. 27, 27. Черт его знает, плюс 5 к скорости атаки, 12 к искусности. Мне вот общая скорость понравилась, конечно. Вот это, по-моему, да? Урон здоровью. Ну. Да нет, ладно, давайте стихийный урон оставим. Черт его знает. В смысле? Почему? А, да. 4-3-9-9-4. А сейчас мы еще добавим вот это вот божественное пламя. Магическая примесь фракции избранной Кимона. Где огнем дополнение. И вообще будет весело, да? Да. Хорошо. Давайте-ка добавим. Так, надо эту штуку включить, энтропийную. Где она тут? А, ну, собственно, что? Ты-ты-ты, подожди ты. Включил? Так. Подожди. Отключить. 4-3-9-9-4. Что-то я не очень понимаю. Но, видимо, как-то это работает вокруг чисто меня, да? То есть это не плюс урон огнем, а просто урон огнем в радиусе 4 метров. Но вот 10% снижения урона на 1 секунду. Это как это? Не очень понятно. Ну ладно, фигня война. Подожди, а что там? По-моему, же там что-то было написано, как-то она активируется. Ну-ка. Мини. Да нет, просто написано. Мини должно быть активно для поддержания эффекта. Хм. Так, так. Это сюда. А, какая примесь? Божественное пламя. Нет, не здесь. Вот. Божественное пламя. Так. Ну, по-моему. Это ответный. Вот, добавляем 4-3-9-9-4. Нормально. На тыщенку так с хвостиком увеличили. Хорошо. Хорошо. Так, и. Подождите, что-то еще ведь было, да? Какую-то еще фигню я наблюдал. Энтропийное присутствие. Подождите. Что-то же еще я на что-то тут. Блин. На что-то же я еще наводился и тоже какая-то способность вылетела из башки. А, это. А, все, вспомнил. Вот на эту штуку, по-моему. Нет?
Блин. На что я еще наводился? Ёлки-палки, на что-то же наводился, на какую-то фигню. Что-то читал. Вылетел с головы и все. Ну ладно. Фигня война, главный маневр. Давайте. Держи свой глаз. Ты раздобыл реликвию? Да. Благодарю тебя. Так, что тут? Ого! Нормально накидали. А, все, вспомнил. Да, все вспомнил, что я там. Так, 15 здоровья, ну это ладно. Линза знаний, ну это у меня есть. Так, благодарю тебя, Империон, благодарит тебя. Ты была набожной прислужницей, и твоя вера не останется без награды. Как и было обещано, кабинет отца Кимона открыт для тебя. Прошу, иди туда и убедись, что значит служить своим богам. А что ты будешь делать с глазом? Мы будем использовать его, чтобы заглянуть в сердца избранных и выбрать из них таких, как ты, тех, к кому можно обратиться в случае крайней нужды. А ты изучала отца Кимона? Правду, сестра. Человечество столкнулось с непостижимым врагом. Мы обязаны идти на необходимые жертвы, даже если они идут вразрез с нашими собственными убеждениями. Именно этого требовал отец Кимон. Окей. Так. То есть нас как бы... А, нам эту дверь открыли. Сейчас, подождите, я вспомнил о чем... Как, на какую штуку я смотрел. Брат Лектор, что скажешь? Ага, обязательно отнесу. У кузнеца создать. Сейчас, пойдем. Естественно, пойдем. К папе Кимону. По покемон, блин. По покемон, елки-палки. Так, по покемон. Но сначала давайте быстренько слетаем вот сюда. Не знаю, мне как-то больше нравится сюда возвращаться. Кузнец. Нет, не торговец, а кузнец. А кузнец у нас вот тут. Так. Вот это, скорее всего. Я не уверен. Сейчас. Нет. Вот, радужный алмаз. Вот на что я смотрел. Активируется при падении с... Да. Для шлемов. Могу сделать? Искра знаний, сияющий камень, камень ярости. Давайте посмотрим. Искра знаний. По-моему, у меня ее нет. ЕЖЗ. И на Иже она, да, искра знаний, да, у меня ее нет. Редкий компонент. Компонент. А точно, может, там где-то тут? Может, ниже? Черт его знает. Но здесь ее точно нет. Окей. Сияющий камень. О, огнекожа, густой мех. Ну да. С ума сойдешь его делать, блин. Радужный алмаз. Ну, в целом, да. Я бы сделал. Но нет. К сожалению, нет. А что можно в этот в голову вставить? А, тут не написано. Ну ладно, тогда. Сейчас тут возиться, собирать. Ну, кто может быть в курсе, не в курсе, напишите, может, имеет смысл подзаморочиться со сборкой этого радужного камня. Или болт с ним. Есть люди, которые меня смотрят, кто уже в это играл. Есть, я знаю. Ладно, пойдемте. К папике Мону. К папику Мону. Фу. Так, а нет, мимо. Что скажешь? Ты на самом деле стал избранной Кимона Империон, без сомнений вознаградить тебя за верную службу. Окей, давайте прогуляемся к папе Кимона. Ой, как мне это не нравится. Ща погодь, посланник. Ай, продаться забыл. Так, дневник Кимона, страница первая. Фух, с посланником нелегко иметь дело. С каждым разменом я чувствую себя так, будто моя жизнь утекает в глубокий колодец. Все кажется еще более темным, а светлое будущее отодвигается все дальше, словно неясный свет в конце туннеля. Более слабый человек, не прошедший годы инквизиторской психической подготовки, давно бы сломался.
Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я чувствую, как его энергия сквозит по комнате. Я чувствую, словно черви ползают под моей кожей. Он зовет и манит, призывая меня встать поближе. Я боюсь думать, что будет с любым из моих избранных, если они слишком близко подойдут к нему. Не знаю, чем все это закончится, но думаю, в конце концов, посланник сожжет мой разум, а тело приспособит для своих собственных нужд. Я боюсь, что некому будет понять или пережить эту тайну. Я один возьму на себя это бремя. Я буду закалять свой разум и держаться, покуда хватит сил. Я сильно рискую, но судьба мира зависит от успеха избранных и договора, который я заключил. Отец Кимон. Херня какая-то. Вторая страница. Есть вопросы, которые вновь и вновь терзают мое подсознание. Я пытаюсь оттолкнуть их прочь, но с каждым разговором с посланником их становится все труднее игнорировать. Я спрашиваю себя, что с нами станет, когда последний демон будет изгнан из этого мира. Боюсь, мое сердце уже знает ответ, но я не осмеливаюсь произнести его вслух. Не сомневаюсь, я сделал правильный выбор. Сила, которая возродил, спасет человечество от кровавых демонов пустоты. Тем не менее, всегда должно быть зло, ибо если нет зла, с кем бороться тогда, какая еще более зловещая сила заполнит эту пустоту? Станем ли мы лучше тех, против кого выступаем? Предтечь не заботит человечество, они не испытывают к нам ни малейшего сочувствия. Без должного контроля эта сила, что я позаимствовал, может вырваться на свободу и стать таким же злом, а может быть еще страшнее, чем Хтон. Теперь я жалею, что не сжег город, где пробудил это древнее существо. Если когда-нибудь нам потребуется остановить его, скорее всего, мне придется уничтожить последние оставшиеся знания, дабы избавиться от него отец Кимон. Да. Да. Звучит-то херовенько, я бы сказал. Так это. Уже отдыхай. Ну давай пообщаемся с посланником, кто бы ты ни был. Ты не Кимон, ничтожный червь. Ты что, по жизни потерялся так разговаривать? Почему он допустил тебя ко мне? Неужели он потерял разум? Неужели он заболел? Нет, он глупец, а глупцы будут наказаны. Империон? Ушел. Пропал. Есть только Корвак. Преклони колени перед его посланником. Что у тебя за дела с Кимоном? Кимон нашел склеп Корвака, его зов проник сквозь завесу, и бог ответил. Кимон умолял подсказать способ спасти его людей, взамен Корвак попросил лишь душу. Теперь у Кимона есть сила, которую он так алкал. Алкал. А, ну да, есть такое слово. А Корвак обрел последователей. Что за Корвак? Корвак, который был, когда мира не было. Корвак вечен, бесконечен, предтеча. И что нужно Корваку от последователей? Сила мертвого бога растет. Это ставит под угрозу могущество Корвака, а потому Корвак должен возвыситься. Мертвый бог? Ты знаешь его как Хтона, чья кровь пульсирует в твоих венах в каждом живом существе. Но мертвый бог жаждет вернуться из пустоты. Он вызывает к вашей крови, собирает ее. Хтон возродится очень скоро. Хтон, нужна моя кровь? Вся кровь, все жизни. Последователи Хтона собирают ее, чтобы наполнить мертвого бога силой и разорвать барьер между мирами. Но пока Хтон так дерзко возвышается, то же делает и Корвак, он набирает свою силу. Каэрн станет полем битвы, на котором боги разрешат свои противоречия. Что за Корвак? Корвак. Избранные должны быть предупреждены. Дуры, избранные служат своему богу и в свою очередь будут вознаграждены за свое служение. Ты же будешь отмечен как еретик, союзник Хтона. Ты отринул их священную веру. Ты посланник ложного бога. А. Ты не светоносец. Империон ушел, пропал. Что у тебя за Кимон? Последователи зачем? Мертвый бог. То нужна моя кровь. Что за Корвак? Хочу долю. Люди столь забавны. Всегда жест власти. Корвак заключил сделку с Кимоном. Ты ему не нужна. Ну тогда я не могу позволить этому продолжаться. Ты не можешь остановить то, что пришло в движение столицы назад. Тоже послужил его целям. Корвак, не видит тебе дальнейшего применения. Уходи. Я остановлю тебя. Так. И что, и все? То есть вот мы тут траля-ля и... И что? И... То есть, вот это вот все? То есть, вот мы... А чё ради-то это всё было? Я что-то не въезжаю. Ну, зашли мы туда, ну, потрындели. Мне жаль, что тебе тоже придется нести бремя, Кимон, но ты заслуживаешь знать правду. Что натворил Кимон?
Это было необходимо, чтобы спасти весь наш вид. Предтечи непостоянны, но не презирают Хтона и все его проявления. Несмотря на то, что его душа будет проклята, отец воспользуется этой силой для спасения человечества. Не говоря об этом никому, избранные отца Кимона могут не понять, когда узнают, что единственный их свет запятнан секретами. У человечества должна оставаться надежда. Ты не можешь знать, чего хочет эта штука. Возможно, но я точно знаю, что он жаждет уничтожить Хтона так же, как и мы. Я точно уверен, что он в этом, что в этом он нам поможет. Так для чего глаз на самом деле? Может, это и сложно осознать, но бесчисленные столетия назад Кровак ходил среди нас. Этот глаз всего лишь часть его последнего проявления. Думаю, Кровак хочет собрать недостающие части себя, чтобы укрепить свою силу. Что с Империоном? Боюсь, я не знаю, что можно сказать. Я не знаю, что сказать. Возможно, светоносный всего лишь миф, или он оставил нас на самом деле, как об этом говорят тексты. Но что может заставить Бога покинуть мир, который он сам создал? Надо рассказать. Ты не понимаешь, отец Кимон просил меня раскрыть тебе его секрет не для того, чтобы ты назвала его еретиком и уничтожила все, что он построил. Он лишь хотел раскрыть тебе, насколько ужасна ситуация, в которой мы оказались. Человечество на грани уничтожения. Будь уверена, Кимон сделал все возможное для сохранения нашего вида. Возможно, однажды наше братство рухнет, как и все созданное нами, но мы позаботимся о том, чтобы человечество не присоединилось к нам в ямах ада. Это вообще непонятно. Ну, сохраню секрет отца Кимона, пока это помогает человечеству. Спасибо, я знал, что мы не ошиблись, даешь тебе. Благодарю за твою честность. Предатели, рассказать остальным, ты глупец, я ухожу. Ну, то есть, как бы они на меня не агрятся в любом случае, да? Чё-то, извините, ребят, но херня полная. Свидетелем зверства видел человека, что случилось. Ну это да, это. Да. Что скажешь? Ну я не знаю. Что-то как-то. Херня какая-то, честно говоря. Да, можно продаться, кстати, здесь еще. А, будильник же звенел, да? Да. Был такой. Что-то как-то я не понял юмора, честно говоря. Продать, что ли, этот? Да, продать. Нафиг он нужен. Ну, как бы вопрос, а... Ну, мы типа такие, а, узнали, и ок, типа, и ладно, все хорошо, да, продолжаем. Пренебречь вальсиром? Да, заказ взяли. Хм. Ну, то есть... Хм. Вот просто хм и все. Ну, понятно, что как бы потом, видимо, это как-то аукнется по сюжету. Видимо. Так, а давайте мы попробуем об этом кому-нибудь рассказать. Мне просто любопытно. Ну, пока еще ладно, давайте побегаем немножко. Может, тут кто-то со мной захочет поговорить на эту тему? Свежая кукуруза, это да. А ты что скажешь, козлятина? Ой, пошел в жопу. Был козлом, козлом остался. Тебе, блин, воду, как это? Я тебе воду, я тебе жратву, я тебе все, а он скотина. Так, еда начала прибывать из усадьбы. Полагаю, это означает, что теперь я могу не продолжать исследование способов превращения мяса разломных тварей во что-то съедобное. Позор. Есть прогресс с формулы Харгейта. Нет. Понятно. Так. А, ну это, да, это наше изменение. А, так, ты что? Твоя преданность этой общине с чем не сравнима. Входы в тюрьму. Самая большая ошибка, да, это все было. Так, ну здесь как бы... Как бы. Так. Что скажешь? Ешь на здоровье. Большой и сильный. Твои, не твои, это пофигу. Так, ну здесь как бы все, да? Дальше в усадьбу давайте прыгнем быстренько. Там тоже попробуем потрындеть. Потом в Форт Икон тоже прыгнуть. Так, не за что.
Вопросы. Торговать. Ага. Так, ты у нас... Это оружейник, да. Здесь у нас по покемон туси, да, я так понимаю. А, нет, это Малтир. Ага. Оставь в покое. А, ну это повар. Да, спасибо. Повар это повар. Так, капитан ничего не говорит. Здесь у нас солись, пожалуйста. Так, тут уже никого. Тут почему подсвечено? Понятно. Ну да, пошел я нахрен. Так, здесь вроде ничего, здесь вроде тоже ничего. Так, окей, давайте в форт. Форт. Да блин. Форт. Где он тут? Форт икон. Так, получается, что у нас еще осталось? Да. А тут что? Месть изгнанницы. А почему у меня там звездочка висит? Ты можешь там пригодиться. Возможно. Ага, понятно. Так. Чароломы. Так, а почему у меня звездочка внизу висит? Я что-то не пойму. Только сейчас обратил внимание. Сейчас давайте быстренько пробежимся, блин. Бегаю. Все что-то бегаю. А что бегаю, не знаю. С противника ниже уровнем. Так. А я что-то выполнил, что ли, или что? Нет же. Скажи. Да. Не совсем понятно. Опа. А, тут тоже можно куда-то пройти. Как любопытно. Так, и финальный аккорд это вот сюда. Попробовать с Ульгаримом потрандить. Может, он что-то скажет. Но пока что вообще непонятно. Так, ты кто? Кто ты? Понятно. Ну, то есть, как бы, вот Кимон получается, да, от, ну, как сказать, тема с этим Кимоном уходит, так сказать, куда-то там. Потому что, ну, потому что, а я сейчас сделать ничего не могу. Как бы, ну, я узнал, называется, как это в фильме-то, День радио. Камиль, ты что, пьешь? На работе, да? А если кто-то увидит? Саша, ты увидел, да? И что? Вот так и здесь. Ну, знал. И чё? Да, немножко обидно. Ну, что поделать, Салеви. Так. Так как будильник уже снял, давайте небольшой перекур. Потом еще, я так понимаю, побегаем по заданию. Кто у нас остался вообще? Так, жуткие испытания. Это из зеленого портала. Повозка с кровью. Это вот проклятие Карна. Это вот здесь как раз-таки. Архивариус Талон в следующий раз. Заказ Кровавый Лорд Талонис. Это, насколько я помню, вот тоже здесь, но, короче, вот в гробнице хранителей. Так, подожди-ка, а по поводу вот этих записей, может быть, тогда с ней надо разобраться? Может быть, но после перекура.